Любопытно, что даже сами депутаты до сих пор не знают, в каком именно виде будут внесены в итоговый текст закона ключевые поправки. Ну вот, например, та самая поправка Лозового, которая сокращает сроки досудебного расследования. Со ссылкой на фронтовика Леонида Емца СМИ распространили новость, мол, эту поправку уже успели подкорректировать перед тем, как передавать законопроект на подпись президенту. И сроки там совсем другие, не такие уж и сокращенные. Важнейшая правка – это 3 месяца на рассмотрение дел средней тяжести и 6 месяцев на рассмотрение тяжких и особо тяжких дел. Потому что у нас десятки тысяч людей сидят по СИЗО без приговоров, и конца края этому не видно. Сейчас мы узнали, что перед подписанием фальсифицируются вот эти изменения, которые были приняты украинским парламентом. И мы требуем это остановить.